очень плохо. Что же делать? Не знаю. Бутерброды, нарзан, кто желает? Бутерброды, нарзан, кто желает? Бутерброды. При чем здесь бутерброды? Вы что, не видите? Я же предлагала Айрон. Айрон не помогает. Ну так пройдет, от этого еще никто не умирал. Умирает. Ведь умирает. Светловидов умирает, вы понимаете, Светловидов. Вы что, не знаете, кто такой Светловидов? Нет, не знаю. Ну, если вы не знаете, кто такой Светловидов, то... Вот прямо этот летчик. Просто чурбан бесчувственный. И вообще имейте в виду, если с Светловидом что-нибудь случится, с меня же голову снимут. Берите сейчас же главному. Ну что вы стоите, идите. Поставьте же, ну. Бутерброды, нарзан, кто желает? Что там слышно? Да Харьков не принимает, Иван Кузьмич, туман. Может, махнем прямо в Орел, а? Горючего не хватит. Вызывай Ростов, полетим обратно. Ну, обратно. Ты что, Морозик? Там какой-то артист ужасно переживает качку. А какая-то Фифочка кричит, бегите к главному, спасайте, спасайте этого самого артиста. Фифочка? Иван Кузьмич, Ростов не принимает, там тоже туман. А Харьков приказывает садиться на поле. А, черт. Маруся, передай этой Фифочке, идем на посадку. Есть, товарищ Баранов, передать Фифочке, идем на посадку. Застегнуть ремни, идем на посадку. Наконец-то дошло до него. Ну, слава богу. Ну, позвольте, позвольте, так же мы опоздаем Москву. А не беспокойтесь, гражданин, Баранов еще никогда не опаздывает. А кто такой Баранов? Как? Вы не знаете Баранова? Понятия не имею. Ну, если вы не знаете Баранова, так... Ха. Если мы опоздаем в Москву, с меня голову снимут. Позвольте, я вам помогу. Спасибо. Пожалуйста. Ой, как хорошо, что опять на земле. Глядя на вас, не скажешь, что вы страдаете от качки. Нет, я чувствую себя хорошо. А у вас там какая-то Фифочка кричала, спасайте. А у вас там какой-то чурбан никак не хотел посочувствовать. Чурбан это я. А Фифочка это я. Хе, точно. Скажите, пожалуйста, кто здесь главный? Вот этот. Вот этот. А как его имя, отчество? Иван Кузьмич. Мерси. Иван Кузьмич, голубчик, ты же меня без ножа режешь. Сегодня же открытие сезона. Ведь если я на открытие сезона не привезу Светловидова, с меня же голову снимут. Ну, скажи откровенно, тебе будет приятно, если с меня снимут голову. А это уж как вам будет удобнее. Короче, скоро мы отсюда выберемся. Когда артисты ваши поправятся? Артистов я беру на себя. Ну, когда колхозники межу разровняют. Колхозников я тоже беру на себя. Тогда скоро. Тогда разреши тебя отблагодарить от имени нашего искусства. Да, кстати, ты не знаешь, как имя отчество председателя колхоза? Ну да, не знаю. Чудак. Сень, не переживай. Наташенька, следующий номер ваш приготовь. Ой, может быть кто-нибудь другой, а? Не волнуйтесь, успех я беру на себя. Наташ, компресс. Товарищи, сейчас перед вами выступит артистка Наталья Куликова. Родина! Пожалуйста, подержите.
Ни пуха, ни пера. Я вам спою русскую народную песню «Ноченька». Она нравится? Очень. Очень? Да, нет, не очень. А вот мне так нравится. И вовсе она не Кифочка, такая миленькая. Дашенька великолепна, ну зря волновались. Ну ничего с тобой поделать не могу, каждый раз волнуюсь. Мы все в восторге от вашего пения. Ну не хвалите меня, я ведь начинающая певица. Вы начинающая? Да, и проваливалась не раз. И не может этого быть. Думала даже бросить, но не могу. Так хочется петь, вот кажется, летишь на небо и вдруг трах об землю, никому не нравится. Летишь на небо и вдруг трах об землю, знаем, случалось. Ну и что же? Соберешь косточки, снова летишь. И снова трах? И снова летишь. Ну и как же? Ничего, как видите. Анани, прошу тебя, не надо, береги горло. У тебя же открытие сезона, Анани. Ваша сумка. Спасибо. Пойдемте посмотрим, а? Пожалуйста. Я спою вам сейчас песню Вакулы из оперы «Черевички». Слышит ли девица сердце твое, лютая горюшка, горе мое, снится голубка тебе. Значит, теперь самолет идет вверх. Точно. Вниз. Точно. Вверх. Точно. У вас большие способности. Ну что, какие же это способности? Давич сам слышал. А вы раз слышали? Угу. Замечательное исполнение. Спасибо. Это что такое? Это газ. Левый, правый мотор. А вот это? Индикатор. Индикатор. А вот это? Вариометр. Это все нужно знать. Точно. Ой, я бы наверняка бы запуталась. Ой, а это что такое?
Ой, какой славненький медвежонок. Это мой старый друг. Я с ним никогда не расстаюсь. Он мне приносит счастье. Ох, как мне нужен такой друг. Вы знаете, мне дают очень большую роль. И скоро будет мой дебют. Я ужасно боюсь, а у меня такого друга нет. Ваня! Да? Ваня, ты действительно хочешь, чтобы с меня... Нет, не хочу, не хочу. Надо лететь? А артисты? Артисты в порядке. А межа? Межа в порядке. А погода? Вот с погодой. Иван Кузьмич Харьков принимает. Значит, летим. Ваня, разреши тебя отблагодарить. От имени искусства уже благодарю. Ваня, ты гений. Чтобы неудобно. Он, оказывается, какой? А какой? Застенчивый. Ну что? Пойдем, не пойдем. Наталья Матвеевна. Ваня, 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 не сюда. Не сюда. Чувствуй себя как дома. Вот сюда пройди. Вот это наш аэродром, Ваня. Захар, а? Директор. Извини, пожалуйста, подержи. Я сейчас вернусь. Ах, Иван Кузьмич, спаситель наш, Иван! Родной.
Кузьмич, дорогой, мы так рады, так рады. Иван Кузьмич! Извините, пожалуйста, меня, кажется, зовут. Вот. Обожаю летчиков! И ты. И раз, два, раз, два. Держите линию. Ровнее, ровнее. Улыбайтесь. Раз, два, раз, два, раз, два. Держите линию. Линию держите. Раз, два, раз, два. Товарищ, одну минуточку. Товарищ, послушайте. Как же это, товарищ? Товарищ, один момент. Товарищ, одну секундочку. Товарищ, одну минуточку, товарищ. Иван Кузьмич, что вы здесь делаете? Вас еще. Как, здесь под станком? А все-таки нашел. Ну, вы нас держите. Давайте. Вот ты. Ой, вот теперь я вас никуда не... А то вы опять куда-нибудь провалите. А вы знаете, действительно страшновато. У нас на воздухе куда безопаснее. Папа, пойдем. Вот наш летчик. Ах, очень приятно. Очень рад. Спасибо вам за Наташеньку. Ведь она первый раз на самолете. И вдруг такая катастрофа. Ну что вы, ничего такого не было. Ой, какой хорошенький орден. Первый раз такой вижу. Это не орден, а значок за миллион километров. Правильно. Ой, значит, вы миллионер? Ну да. Наш миллионер. Товарищ Светлович, разрешите вас поздравить. Пели вы замечательно. Ах, ну что, сегодня я не в гости. Я замечательно. Геннадий Павлович, прошу, начинай. Друзья мои, разрешите после спектакля вас пригласить ко мне. Великолепно, Ваня, великолепно. Пошли, пошли, пошли. Да, Ванечка, да? Скажи, пожалуйста, с этим у тебя будет в порядке? Да? Это я беру на себя. Очень хорошо. За тех, кто украшает нашу жизнь, за друзей артистов. За тех, кто побеждает пространство, за друзей летчиков. Друзей летчиков. Не робей, Маруся, это самое время. Иван Кузьмич, вот мы, Толя, Коля и я, предлагаем выпить за новорожденного. А кто новорожденный? Марусенька, не надо. Почему? Ну, не надо, надо, Маруся. Иван Кузьмич, так это вы новорожденные? Граждане, одну минутку, Ваня. Как ты такой день мог скрыть от товарища, от своего лучшего друга? Я тебя не узнаю, дай я тебя поцелую. Дорогой Иван Кузьмич, мы все, вот весь наш экипаж, мы вас очень любим. И это... И гордимся. И гордимся вами. И мы надеемся, что... Всегда будем вместе с вами. Не подсказывай, я сама знаю. И надеемся, что мы всегда будем вместе с вами. А если понадобится, то мы будем бить врагов так же, без опозданий, как мы сейчас летаем из Сочи в Москву. Ах вы, дорогие мои, куда же я без вас денусь, а? Ах вы, милые. Что, иссякает горючее? Да. Вроде с пополнить запасы. Нет, вам сегодня ничего делать не полагается, я сама. Вы не найдете? Найду. Вы найдете. Ой, как у вас хорошо. Прямо как у Жюль Верна. Какая у вас замечательная романтическая профессия. Романтическая? Хорошая профессия. А насчет романтики, как вам сказать? Вот в молодости, когда я летал на истребителях, это было действительно интересно. Летали черт его знает на чем. На каких-то самоварах. А вот уж 15 лет я летаю на замечательных машинах, на шикарных самолетах. И превратился в извозчика. Воздушный извозчик. Вы знаете, мне даже иногда так и кажется, что мне кричат: «Эй, извозчик!» в Сочи или Новосибирск. Вот вам вся и романтика. Иван Кузьмич. Верно, старик? Бакланчик. А вот пеликан убил на озере Балхаш. Ой, какой страшный. А этого тигра я на Дальнем Востоке. Сами? Ага. А этого Мишку у Северного полюса. Тоже сами. Угу.
А это Иван Кузьмич? На каком полюсе? Это моя жена. Вот этот вечер мы встречались с ней всегда вместе. Она умерла 10 лет тому назад. Простите меня, Иван Кузьмич, я... Ничего, Наташенька, ничего. Уважаемые граждане, видите этот платок? Он сейчас исчезнет на глазах почтеннейшей публики. Это не фокус, это научный эксперимент, основанный на спиртотехнике. Дуньте. Вуаля. Товарищи, с горючим все в порядке. А платок? Иван Кузьмич, сейчас мы с вами выпьем. Сейчас мы с вами выпьем. Где мой платок? Платок? Иван Кузьмич, как не стыдно. Ай-яй-яй-яй-яй. О, Рябиновка, великолепно, великолепно. Здоровья. Наташа, где же вы пропадаете? Вы знаете, когда вас нет, у меня настроение портится. Ну что вы, Анна Павлович? Люблю я в этот час Москву. И ночью люблю, и днем люблю. Когда подлетаешь и видишь кремлевские звездочки, всегда хочется кричать: Москва, Москва. Друзья мои, сделайте мне одно одолжение. Нет, не сделайте. А что, Иван Кузьмич, сделаем? Что сделать? Спойте мне что-нибудь. Как? Сейчас? Здесь? Ну что же, Анна Павлович, давайте споем, а? Наташ, ну вы же знаете, что на воздухе я нет. Друзья мои, тогда кните уши, я сам буду петь мою любимую. Ах ты, ноченька, свободно мир чаруя, она закона всех сильней, меня не любишь, но люблю. Маша, нам надо с тобой серьезно поговорить. Сколько раз я просила тебя не называть меня Машей. Ну хорошо, Маша. Господи, неужели так трудно запомнить, как меня все звали на сцене? Матильда. Но ты 15 лет как уже не на сцене. Это все равно. Ну, о чем ты хотел со мной поговорить? Я насчет Наташеньки. Понимаешь, Маша? Опять Маша? Мама, у меня не было телеграммы, а? Нет, Наташенька.
Ты знаешь, Маша, мне кажется, что она влюблена. Ой, какие новости. Я давно это знала и очень рада. И я тоже. Первый случай за всю нашу жизнь, когда ты со мной согласен. Правда, Маша, первый. Она будет с ним счастлива. Не сомневаюсь. Но он же превосходный человек. Отлично. Безвозмездно согласился поработать с ней роль Лизы. Ты о ком говоришь, Маша? Как о ком? О Банане Палче. А я об Иван Кузьмиче. О ком? Ты с ума сошел? Да нет, нет. Ты заметила в последнее время, Иван Кузьмич, если не в воздухе, то у нас. Да, но она не получит тоже. Если не в опере, то у нас. Ну, знаешь, Маша, если тебе нравится Светловидов, это не значит, что он должен нравиться всем. Во-первых, он мне вовсе не нравится. Во-вторых, он мне нравится, как всем женщинам. А в-третьих, он знаменитость. Но Наташа его не любит. Молодой, интересный, будущий лауреат. Наташа его не любит. Я лучше тебя знаю, кого любит моя дочь. Куликов! Иду, 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 иду. Телеграмма. Куликовой. Это Наташа. От кого? Маша, это неудобно. Я должна знать, кто ее телеграфирует. Прилетаю сегодня, буду у вас 4:30 Баранов. Я думаю, что сегодня все решится. Ну, я иду в театр. Прощай, Маша. То есть виноват Матильда. Нет, этого не может быть. Нет. Мама, мне показалось, что кто-то звонил. Это не телеграмма? Нет, Наташенька, это тебе показалось. А вдруг? Она не Павлович? Она не Павлович. Неприятности. Да? Ну что же делать? Имейте в виду, он приедет сегодня в 4:30. Наташу надо куда-нибудь увезти. Да, увезти. Но будьте мужчиной. Но я себя так плохо чувствую. Да поймите, вы Наташу потеряете. Ну да придумайте что-нибудь. Жду звонка. Он себя плохо чувствует. Думай, Анане, думай, думай, думай. Думай, Анане, думай, думай. Придумал! Да, Анане Павлович. Вот это идея. Только смотрите, не опаздывайте. Ну пока. Интересно, куда это ты собираешься, а? В колхоз, с концертной бригадой. В какой колхоз? Недалеко здесь, по Казанке. Ну, имей в виду, они там. Много? Не знаю, порядочно. А пожарная лестница? У них там расставлены пикеты. Значит, пропадать? Пропадать. Ну, спаси меня, Захар. У меня важные дела. А вчера они меня чуть не убили. И потом они постоянно отрезают на память кусочки пальца. Ну, спаси меня. Нет, не спасу, Анане. Искусство требует жертв. Пусть девушки тебе рвут на части пальто. На память же, черт с ним. Актер должен быть популярен. Хорошо, Захар. В последний раз. Ну, умоляю тебя. Снимай пальто. Но имей в виду, это последний раз. Да, да. Все подъезды обеспечены? Вполне. А пожарная лестница? В порядке. А чердак? Так оттуда же нет выхода. Вот он. А где Светловидова? Что здесь надо? Это машина Светловидова. Такси. Такси. Девочки! Нас предали! Это не Светловидов! Искусство требует жертв. Подождать! Арон Павлович! Здрасте!
Это что, Мура? Мура, поймала. У Куликовой, Наташки. Ага. Вот что, Мура, снимай посты, гони всех сюда. Живо! Девушки! За мной! А вы, ребята, поспешите, поспешите! Где она, не молча, умоляю! Что такое случилось? Наташа! Еще минутка, и мы бы уехали. А разве вы не получили мои телеграммы? Нет. А я сегодня перед отлетом из Сочи утром вам отправил. Да? Да. Ой, как хорошо, что мы вас встретили. Наташа, хотя мы не уехали, мы все равно не можем терять время. Давайте репетировать. Может быть, немножко позднее, да, Аня Павловна? Нет, друзья мои, пожалуйста, занимайтесь, я вас очень прошу. Наташенька, а? Я вам не помешаю, если тихо посижу. Нет, нет, конечно, конечно. Давайте арию у канавки. Ой, Анна Николаевна, простите, пропустила. Давайте еще раз. Давайте. Маски, должно быть, это страдание и горе. А вы почему-то веселитесь. Вы должны чувствовать разлуку. Вы правы, Анна Павловна, я этого не чувствую. Мне ужасно жалко, но я этого не чувствую. Наташа, вас отвлекают. Пение требует внимания. А вас нарочно отвлекают. Ну что вы, Анна Павловна? Да, да, отвлекают. Мешают, мешают. Наташенька, я не буду вам мешать. Вы занимайтесь. Ну куда, Иван Кузьмич? Да понимаете, не подвезло мне сегодня. Наталья Матвеевна занимается, а я им мешаю. Ну что? А как жаль, да. Иван Кузьмич. А мы вас так ждали. До свидания. А я тут вожусь за закусочкой. Ну, очень жаль, Иван. Я приду в следующий раз. До свидания. Что я тебе говорила? Иван Кузьмич, куда же вы, не смеете никуда уходить? Нет, нет, вы у нас останетесь обедать. Подчиняюсь. Позвольте вашу фуражку. Пойдем, пойдем. А что я тебе говорил? Что ты мне говорил? Что? Подумаешь, пригласила человека обедать и ужинать. Это еще не любовь. Вам еще налить? Нет, мерси. Наташа. Пойдем станцевать. Я не танцую, Наташа. А как же мы завтра будем на балу? Я завтра не буду танцевать. Ой, ну пойдемте, мне ужасно будет. Ну порепетируем сейчас. Ну я право не умею. Пойдемте, мне ужасно будет. Ну я не умею, ну право не умею.
На сегодня хватит. Нет, посидите еще. Посидите, пожалуйста. Сейчас будет горячий кофе. Еще совсем рано. А мне кажется, уже поздно. Знаете, Анна Ипалыч, а действительно пора домой. Пойдемте. Пойдемте. Ух, я, кажется, забыл ноты. Да? Да. Вы знаете, какое совпадение? Я забыл трубку. А, впрочем, я могу взять ноты и утром. Правильно. И мне не к спеху. До свидания. До свидания. А вам не холодно? А то я вас довезу до дому. Нет, нет. Благодарю вас. Я очень люблю ночью гулять. Счастливой прогулки. До свидания. До свидания. Матильда Карповна, прошу вас, пожалуйста, садитесь. Матильда Карповна, что-нибудь случилось с Наташей? Это с ней, слава богу, ничего не случилось. А чем же вы так расстроены? Я так переживаю, Иван Кузьмич. Иван Кузьмич, Наташа мне все рассказала. Она дитя. И ей, конечно, нравилось, что такой человек, как вы, оказывает ей внимание. Но мужайтесь, она вас не любит. Я так вам сочувствую, Иван Кузьмич. Но вы, мне кажется, не верите. Тогда спросите ее сами. Наташа сейчас на балу, с Анной Павловичем. Конечно, вы ее поставите в ужасное положение. И кроме того, вам самому будет горько видеть ее. Нет, Иван. Не ходите на бал. Лучше будет, если вы останетесь здесь. Матильда Карповна, лучше будет, если вы останетесь здесь. Thank you.
Ананья Павловича, на минуточку, на минуточку. Вы счастливы, Наташа? Счастлива. Очень. Очень. Вы даже одели новые платья. Да. Оно очень идет к вам, Наташа. Иван Кузьмич, я ничего не понимаю. Почему я узнал это от вашей матери? От моей матери? А что она вам сказала? Я сама скажу. Иван Кузьмич! Она вас не любит. Я? Мама! Я лучше тебя знаю. Ты его не любишь. Да я же без него жить не могу. Наташа! Теперь вам ясно? Вы поняли? Ой, как я рада. Не скажу, не скажу. Мороженка, ты же обещала сегодня сказать твое решение. Но я вас обоих люблю. Я никого не хочу огорчать. Нет, все равно скажи. И сейчас же скажи. Сумасшедший. Знаете что? Что? Я вам скажу, после бала. А ты опять после. Наташенька, а вы помните, как мы в первый раз с вами встретились? Чурбан. Фифочку. А какой сегодня день, а? Суббота. Суббота. Сегодня самый счастливый день в моей жизни. Я бы хотела, чтобы он никогда не кончился. Наташенька, я вас должен огорчить. Он уже кончился. Сегодня воскресенье. Да, 22 июня. Дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Наташа, вы посидите здесь, я сейчас вернусь. Ваш муж тоже бомбардировщик? Нет, он истребитель. В истребители я тебя перевести не могу. Не могу. Значит, ты мне отказываешь? Ну, значит, отказываю. Но почему же? Но почему же, черт возьми? А кто летал на первых истребителях? А кто в гражданскую, летая на гробах, сбивал неприятельские самолеты? Кто? Пушкин? Ну, ты их сбивал. А когда это было? Какое это имеет значение? Полковник Сергеев слушает. Да. Да, приказывай. Хорошо. Тогда, может быть, мой друг Сергеев объяснит мне, почему же все-таки полковник Сергеев не отказывает? Твой друг полковник повторяет тебе еще раз. Надо уметь свои интересы подчинять общему делу. Мне, может быть, тоже охота летать, а я вот здесь сижу и не лезу. Ясно? Ясно. Ну, короче говоря, из транспортной авиации в истребительную я тебя перевести не могу. Значит, другие будут сражаться, а я буду извозчиком? Летчик Баранов, я запрещаю вам так разговаривать.
Ну, Нина, я на аэродром. Когда? Сейчас. До свидания. До свидания. Ничего, Наташа. Просто я слишком высоко взлетел. И как-то вы говорили тогда, трахай об землю. Но на этот раз кажется серьезно. Прощайте, Наташа. Назначение получишь? Иван Кузьмич, поздравьте меня. Иду глубокую работу. Молодец, смотри, не подкачаю. Я постараюсь. Играй, Иван Кузьмич, за меня, пожалуйста. Ну, Иван Кузьмич, играйте. Товарищ Парадов. Да? Маск телефон. Из театра. Товарищ дежурный. Скажите, пожалуйста, передайте, что меня нет. Куйбышев, все подготовлено. Разрешите отлучиться в город до 24. Разрешаю. Попрошу остаться. Так, плохие новости. Самолет Михайлов сбит. По-моему, придется изменить направление. Ну-ка, я попрошу всех взглянуть сюда. Вот здесь, в тылу у немцев, находится наша часть, у Старой Петровки. А вот здесь село, как его? Старосельское. Старосельское. Правильно. Значит, Михайлов шел отсюда. С востока. По открытой местности. Да. А надо лететь с юга, по реке с выходом на лесной массив. Точно. Значит, задача будет такая. Доставить боеприпасы и вывести раненых. Ну, товарищи, кто из вас хочет к немцам в тыл? Я. Решите, решите мне. А летчик Баранов? Разрешите доложить, товарищ полковник. У меня уже есть задание. В наш тыл. Он утром летит в Куйбышев, я отпустил его до ночи. А я предлагаю отпуск летчику Баранову отменить. Начало в опере 8. Успеем? Успеем. А как же с билетами? Эй, вы! Собирайтесь, едем! Пятый? Нет!
Сегодня ровно в 20 часов отправляемся на фронт. На фронт? Ну что, рады? Ну, рады, да, конечно. Не подкачаем. Ну, не подкачаем. Сегодня наша премьера, Марусенька. А? У меня к тебе серьезная просьба. Как говорится, один раз в жизни. Бери машину, поезжай в город. Понятно? Ага. Главное, Наташенька, не волнуйся. Я из-за этого провалила свою первую роль. Ох, Наташенька, будешь волноваться, провалишься. Да не каркайте, ради бога. Это ты мне? Тебе. Так я же ее успокаиваю. Нельзя, нельзя, нельзя. Я с Наташей. Нет, нет, нельзя, нельзя. Бодрись, Наташенька, все будет хорошо. Это я тебе говорю. Папа, у меня к тебе большая просьба. Ты посмотри потом туда. Публику. Обязательно посмотрю. Да ты не сомневайся, он там. Маша, что это за цветы? Цветы? Ах, эти цветы. Это тебе, Наташенька. От кого? От Анани Павловича. Наталья Матвеевна, на сцену. Фронта. Ну что, старик, страшновато? Ничего, ничего. Ничего. Ну, держись. Наташа. Да все вы, она не палочь, все вы. Ну что, что вы? Выражение восторга. Восторга. Разрешите вас запечатлеть с Ананием Павловичем, так сказать, дуэтом. Герман и Лиза. Лиза и Герман. Культурненько, так сказать. Как вы сегодня пили, Наташа?
Какая вы сегодня красивая. Не надо, Ананья Павлович. Зовите меня просто Анани. Внимание! Одну минутку. Ну зачем так грустно? Лицо должно быть веселое. А? Вот, дайте цветы. Так, вот, возьмите. Культурненько. Теперь прошу вас, улыбнитесь. Наташенька, сделай вот так. Вот, вот отлично. Ананья Павлович, прошу вас, развеселите ее. Забудьте его, Наташа. Ведь вас он забыл. Он даже не пришел на спектакль. Он не стоит вашего горя, Наташенька. Хорошо, отлично, культурненько. Спасибо, Ананья Павлович. Смотрите сюда. Сейчас отсюда вылетит птичка. Наташенька! Слушаю. Летчика Баранова нет. Можно передать. Быстрее. Передать ему, что я его очень люблю. Что? Вы что, с ума сошли? Что это за глупые шутки? Это не шутки. Я его очень, очень, очень люблю. Так передайте. Подходим. ...22.00. Точно по расписанию, Иван Кузьмич. Немедленно улетайте! В воздухе юнкерсы! Сейчас они будут здесь. Сию минуту улетай, скорей! Выгружай ящики живо. Помогай лейтенант. Все. Давай, Радины. Две минуты даю. Скорей, скорей! Иван Кузьмич, большая перегрузка получает. Их 40, а можем 23. Не взлететь! Ну и что? Не из Сочи летим. Я оставляю их здесь. Как-нибудь поднимусь. Юнкерсы! Укрытие! Готово! Готово!
как, один готов? Один готов. А два еще крутятся. Но я думаю, в таком тумане они нас не найдут. Как же мы теперь до Москвы доберемся? Радиомаяки не работают. А черт возьми, столько передряг, и теперь погибаешь за дурацкого тумана. Ну ладно, довольно, ребята. Попробуй поискать Москву. Попытайся. Товарищ полковник, ваше задание выполнено. Во время выполнения задания сбит один неприятельский самолет. Поздравляю с успехом, товарищи. Служим Советскому Союзу! Хорошо служите. Ну, с удовольствием пожму руку твоим героям. Приятно, что героиня, к тому же, еще и хорошенькая. Товарищ Баранов. Да? Вам тут просили передать, что вас... Очень любит. Что? Любят. Врешь. Врешь! Врешь! Врешь!
Наташенька, я еду к вам. Но только мне хочется сказать вам сейчас, сию минуту, сию секунду. Наташенька, вы так замечательно пели, что я прилетел. Непонятно? Ну да, конечно, непонятно. Я сейчас приеду и все вам объясню. Наташенька, повторите еще раз, что вы сказали. Наталья Матвеевна, ну сколько можно разговаривать во время антракта? Ну... Я сказала очень, очень. Очень. Дай закурить. Я говорю, закурить дай. Ах. Наташенька! Наташа! Наташа! Ох, я испугался, что нас разъединили. Наташенька, одним словом выяснилось... Спичек нет. Слушай, иди ты к черту, пожалуйста. Ой, нет, я не вас, Наташенька, нет, это здесь, понимаете? Наташенька, одним словом выяснилось... Потухло. Что... Одним словом, Наташа, я вам ничего сказать не могу, потому что мешают черти. Наташенька, одним словом выяснилось, что я дурак. Нет, нет, и не возражайте, пожалуйста, круглый дурак. Точно. Еду. Нет, не волнуйся, Наташа. Товарищ Баранов. Вот. Очень кстати Иван Кузьмич тебя встретил. Небольшой, важный полет. Там ранен генерал, понимаешь? Их надо срочно доставить. Ты скажи, может, устал так? Товарищ полковник, ваше задание выполнил. Разрешите позвонить по телефону? Идите. Наташа, понимаете, как вам сказать, небольшая задержка. Опять полет. Да нет, Наташенька, собственно говоря, полет это так громко сказано. Полетик. Ну да, небольшой, совсем маленький такой крохотный полетик. Я быстро слетаю туда и обратно, и к утру буду у вас. Когда? Ну, часов 9. Ведь вы 8 часов на ногах. Значит, 7 часов будет не поздно. Ну вот я в 6 и явлюсь. Раньше? Нет, Наташенька, раньше. Раньше вряд ли удастся. Я все равно не засну целую ночь. Ну... Скажите мне что-нибудь на прощание. Я тебя очень люблю, Наташа.